Russian Ukrainian tourist, да? Ну что, начинается наше путешествие в зоопарк с ЖД вокзала в Баотоу. Вот такие здесь пропускные пункты. Как обычно, нас снимают на нескрытую камеру. Оленьке это не нравится. Она играет со мной. Еще один запытал просто, что мы... Да, я слышала, что по-русски, но... Да не русские, могу сказать. Приехали на вокзал Вордос, идем на выход. Вот мы приехали уже в Вордос. Сейчас будем брать такси. Это вокзал, ЖД вокзал Вордоса. Площадь большая впереди есть. Заказали такси, уже едем. Прикольная ситуация была с таксистом. Смешная ситуация была с таксистом. Мы заказали через Didi, ну то есть можно Китай такси брать по руке, ну останавливать, просто ловить. Или есть одна служба Didi. Ну это что-то подобное на украинскую тачку, ну то есть через приложение ты можешь заказывать машину. Вот, ну и там работают, я так понимаю, не только официальные таксисты, а и обычные. В общем, заказали мы такси, едет оно, приезжает такси, но это оказалось такси с шашечками, то есть официальное, и ситуация. Я впервые такое вижу, водитель не сам, на переднем сиденье сидит человек, на заднем тоже сидел человек, я так понимаю, пассажир был, с чемоданом, в общем, нас трое. Ситуация, приезжает такси, этот человек, ну, водитель высаживает, я так понимаю, пассажира с чемоданом, садимся мы втроем, но как бы на первом сиденье сидит тоже человек. Возникает вопрос, почему вообще такси приехало с кем-то еще, кроме водителя. Ну как-то так, в общем, едем. Доехали мы до зоопарка. И вот мы у входа в зоопарк. Идем в зоопарк. Алина, помаши ручкой. Иро. Вперед. Покупали билет онлайн, сейчас не могут что-то наш штрих-код прочитать, что-то там разбирается. Ждем. Они просто агрессивные, но это же дикие животные все-таки. Вот мы как раз пришли к волкам. Смотри, у меня так собака сидит, стукает. Да, похоже очень на собачек. У них отдых после обеда, а их не обед тут недалеко, вот он находится. Сырое мясо? А вот и обед волков. Куры в загоне.
В общем, мы подошли только что здесь, я так понимаю, живая курица стоит 50 юаней. Ты можешь купить и бросить волкам. И увидеть, как они будут терзать. Вот подошла женщина, она сейчас будет покупать что-то там и бросать. Они уже облизываются уже. Да, печально будет, если туда уронить телефон. Конечно, они его не съедят, но забрать его вряд ли получится. Он на лету словил? Да. Они уже привыкли. Он远. Эй. Ага, не словил на лету. Опа! На лету словил. Да, в общем, курица 50 юаней, 10 юаней. Порубанная курица. Так что ты можешь выбирать, что бросать. Волков будут кормить. А, интересно, что волки только когда человек раздает эти перчатки, они уже подбегают и ждут просто. Вот так вот, поймал. Нечестно, они не все покушали. Ну что ж, самые сильные. В природе так. Ты понимаешь, кто первый того этапки? О, красавчик! Сильнейший выживает. А, ты смотри, это девочка. Девочка поймала? Худая, да, такая? Да. У нее, видишь, висят. Саня с подня, вы что, больные? Беги, Форест! Не успела. Ну, кто успел, того и тапки. В нашем случае того и мяско. У меня последний остался. Усень. Я бы хотел посмотреть, что с курицей будет. Нет, я бы не хотел. Вы можете меня, конечно, назвать... как там, жестоким человеком. Мне интересно. Я понимаю, что это... Ну, это природа. Не, я понимаю, что это природа, но зрелище не из лучших. Когда животное существо им. Я понимаю, с кем он забывает, но... Красиво здесь, много очень простора. Мне нравится. Ребят, ну а вы как считаете, это совсем жестоко выбирать и кормить курицей или нет? Как считают, напишите в комментариях, жестоко это или нет? Бросать живую курицу волкам. Конечно, они ее растерзают. Мы пытаемся созвать волка. Но ему абсолютно все равно. Третий. Да. Он еще. Мяу, мяу, мяу. Не, никак не реагирует. Он побежал к друзьям своим. Але тут багато. Ми все його бачили в районі 12. Ну, але то не всі, то ще тут є. Их ого, да, там очень их много. Мне кажется, это, смотрите, они небольшие, это может быть эти волчата. Не, Ир, это уже большие. Не, ну, мне не говорю, что они там месячные, но молодые просто. Може. Воду. Понятно, я такие. Пойдем, не стоять, а! Ты что, куда? Да,
на те повезло. Мала, мала, не помогай. Олега, качайся. Качайся. Китаец что-то от меня хочет, но надо пойти к нему навстречу. И ты тоже есть такой прикол, покататься бесплатно, а сесть, спуститься с верблюда уже платно. Круто. Very good. Very good. You can very good for good? Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Я крас. Крас. Собачки. Я думала, что собачек можно гладить, да, если они не знают. Там такие вонючие, только там я червона панда и собаки. Ладно, идем. И расстарается, аккуратненько дает. Так ты корми. Ну это би. Мы там все лежим. Эй, иди же, я тебя поглажу. Пошли маленького будем кормить. Ой, макакусенький какой. Он с той стороны, смотри, маленький совсем. Маленький не подходит, видишь? Да, наверное, кстати. Классные они. Видишь, тут совсем молодые. Оленятка. Оленятка. Маленькие вам пьют молочко, я думаю, вы не будут. Смотри, какушка. Может быть, не спирали. Без белые. Ой, на нее полезал. Классные какие. Не, я глажу. Ты корми, я глажу. Корми, корми, Алина. Уже ничего не мать, честно, ребят. Ой, чихнула. Полетие мордочки такие. Ну, козы, да, скажи. Подожди, там еще кто-то может. Мы пришли смотреть на панду красную. Да, но она, конечно, позировать не хочет. Спряталась там. Где? Он умывает. На кошку похоже. Я думаю, да, одна. Я не знаю, в лапах. Дуже прикольно, в руках тримає.
Більше, ніж воно? Ну, ладно. Ага, тобто, якщо воно прив'язане, я зараз її поцуплю, то воно вдруг щось... Да, качають, качальки буде. Шмяк. Залишив тут дурну ідею. Смотри на нього, яка прелесть. Так люблю друзья. І я. Цікаво, що вони роблять з цим м'ячиком? Не знаю. Катаються во штаді. Турбує та штука. Мама. На випадок все своє ношу з собою. Не посунься. Маленька, мамаша. Мамашу посунула. Дирос. Кролики! Давай, давай, давай! Мама, мини! Атака кроликов! Атака кроликов! Да, классные вы. На-на-на-на-на-на. Так вот так. Вы не кусать, они даже нежные берут. Ах, здесь вухастик манюни. Никите манюни. Манюни зовсе манюни. Ой, осторожно. На, ти не сходишся? Ір, бери, якщо хочеш. А моркву йому можеш? Навпаки, їм можна. Більше моркву, ніж капусту. Ну, манюні, іди. Ну, на, ти великий теж хочеш їсти? Тоді я тебе полазю. Тільки мені пученьки. Які вони розачі? Які вони няшні створіння. Ой, можна погладити цього. Які вони класні, як коти. На задні лапки так прикольно стоїть. Вмивайте, вмивайте, чорний. Життіна, ночь. Ти не любиш, коли тебе гладять? Ну нема нічого їсти, нема. Давай тебе погладжу і все. Давай.
那个啥，哎，对了，那个东胜的那个，就像那个西安。Мені кажуть, там картоплю не живуть, чекує, не дочка. Там ще лежать всередині. Люка, мусьок малий. Мусьок, пойду малий. Хай, може, дай помісти, так? Да ладно, ты не знаешь, где его прикрыть. Не, прикольно, там мало. Ешку дали. Не, братан, ты уже ел. Мне не надо. Сейчас плюнет. Так, Алена, ну ты корми, если что, на тебя плюнет. Не обижайся. Сейчас кто-то рыгнет. Так, Алена, ты сменную футболку взяла, если что? Нет. Ну будешь в такой, значит, ходить. Так, кто будет гладить? Можно тебя погладить? Можно? Давай, сейчас кормлю, вот и гладишь. Он не хочет, да. Погладить можно тебя? Я не. Не ладно, а то еще ты на меня харкнешь. Вони пострижені. Я думаю, просто сунжаю. Який красунчик. Який красунчик. Я тоже видела, на Запорожье, на железной дороге тоже есть. Ребенок. Провід, відгризуть. Есть, есть, дайте есть. Ой, какой ты высокий. Начался небольшой дождик. Нашли мы качели, скамейки. И решили сесть передохнуть. А вот и дикобразики. Мы к ним дошли. Как Алинка сказала, воняет свеженьким гомницом. Они тут отдыхают. Интересно, они агрессивные. Но надо быть осторожным с ними, потому что иголки у них очень колючие. О, воробьи у них еду пионерят. Вот такие вот дикобразики. Ну, посмотри, просто какая она рассыпчатая. Это не говно. Не такого цвета. Тихо. Осторожно, ребята. Он может назад быстро пойти и через иголки достанет.
природа так и хочет спровоцировать агрессию. Тут поросенок. Еще и пленка есть. А с бурочкой у него, да? Куи замер. Ира. Ладно, давайте не будем зверька теребанить. К ламам пришли. А там типа какая-то жертва для них. Наверное, вот они какие. Ой, заглядывает. Шепот колёдина. Привет. Иди хвостик. Привет. Привет. Смотрите, какие красавчики. Все время вспоминаю мультик «Похождение императора». А можно тебя погладить? Можно? Ты хочешь, чтобы тебя погладили? Не хочешь? Вушка прищурила, не треба, ребят. Не занимайте. Если вушка прищурила, то ой, смотри, какая колеса. Хочешь, тебя поглажу? Ой, ну, да. Она может харкнуть просто. Можно тебя погладить? Можно? Где я тебя поглажу? Иди. Нет? Ладно, не хочу быть захарканным. Ой, ку-ку. Смотрите, они в клеточках езжают. В одному боці. Ага, конечно, сейчас. А подивися. Там до туристу, там не захарканы. Там не боці, дай. Нельзя. Такие они кумедные. Взял для меня велосипед в него, я даже тогда не знала. Ты не знал, кому даешь велосипед. Короче, он дразнит их. Еще один. Они просто вместе просто. Я думаю, так и есть. Дуже прикольно. И ты так бежит. Я никого не бачу, что он так бегали. Я думала, это в мультике просто. Сейчас на один раз здесь, я буду покакать. Значит, я книга очень добрая. Але ноги здесь. Ой,
Це агресія. Тоня. Тоня, не хала. Тоня, ти чи є?你看这个，这个鸵鸟好看，对，还是红色的。